А кто стрелку набил? Они набили. Понимаешь? Джессик знает, что Жан наш коммерсант. Видишь, походу хочет и нас прокинуть. Аман. Здесь, если что, надо до конца делать. Но я думаю, решим. Поедем, поговорим. Ты что тут мне свое пихаешь? Как хочу, так и делаю. Ты что за барыгу встреваешь или хочешь за него поставить, а? Я тебе еще раз говорю. Коммерсанта нашего покоя надо ставить. Ты, короче, не получится, я сказал. Ты что так нервничаешь? А кто ты такой запрещать мне нервничать, а? Кто ты такой вообще? Пришел тут базаришь мне, а? И Руслан твой не авторитет для меня. Ты понял меня? Все, базар окончен. Смотри, смотри, смотри. Давай, давай к нему делай, подъезжай! Валик! Через некоторое время милиция вышла на след Амана. Его нашли и посадили. Он никого не сдал и ушел в зону один. Ему впаяли 10 лет за убийство Джессика. Подсудимый, встаньте. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренным статьей 88, часть 2 действующего уголовного кодекса, и определить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Вон, ведут его. Братан! Ладно, поехали.